Доброе утро, дорогие мои! Я решила сегодня готовить наш авандакан лаваш. Традиционный лаваш. То, что нужно для лаваши. Тандырь у нас есть, рафада у нас есть. Мука обязательно надо сеять. На муке добавляем соль, дрожь и чуть-чуть маргарин, чтобы она была не резиновой. Было бы дрожь свежей, было бы лучше. Но я думаю, это достаточно на 10 килограмм муки. Маргарин, это можно и не добавлять. Но это добавляю из-за того, что у меня нету первый сорт мука. Все выше, чтобы она была чуть-чуть мягенькой. Берем водички, добавляем сюда. Раньше я мешок муки месила 20 минут. Сейчас уже старая. Если все делаешь от души с любовью, у тебя быстро оно получается. И у меня тесто уже готово. Осталось крестить с Богом, что она подняла 3 раза. Вот такой вот. И мы с вами будем печь лаваши армянские. Люблю вас, ждем, пока поднимет тесто. И я пока это поднимет, я тандыр буду топить.